Наш следующий участник уже успел прославиться у себя на родине. В 2018 году передача с его участием побила рекорды по просмотрам в Кыргызстане и сделала Зарылбека Аликенова по прозвищу Чипалак Батыр известным на всю страну. Один неделю жил, Кыргызстан все узнал меня. Большой рекорд показал. Сейчас 3 или 4 трюка показываю, разные трюки. Головам, шеям, мизинцам, такой, разные трюки. Рахмат. Атын кім? Атым Аликенов Зарылбек. Вы готовы? Тогда начинайте. Жараткан берілген жағдайда, тайман бас тайбас ер қайда. Жүрегі батыр тусын тұтар, мүрегі жалтыр сусын жұтар жан қайда. Қанаты сынса қайнардан, қара тер түссе қайрадан. Бек намысқа тұрар жігіт, мекенімде улам жігіт қайралған. Көкірік жазбай тізгін алда, қайратың таштодой, жүрегің солып маш ботой. Көкөй кесті жан дил алса, көкірік жазбай тізгін алда. Талашса темір тал шайнар, тарамыш балтыр жал шайнар. Елдің қырат життері ашыдар, жүрек алпы телге таш чайнар. Үмітің өзің қолыңда, үзілбей дайым қолсын. Мне очень было как бы чисто человечески вас жалко, потому что вы так покраснели. Это веревка, и как бы мы думали, что какая-то угроза вашей жизни, поэтому я вот от, чисто вот от жалости нажал эту кнопку, чтобы дальше не смотреть, как бы вам трудно этот гвоздь вытащить. Молодец, ну это самодеятельный номер, да. Это же не профессионал. Я понял, он просто почему хотел удивить нас, да? Нет, я хорошо знаю свои возможности. Я всегда показываю подобные вещи. Это было опасно для вашей жизни. Надеюсь, в следующий раз, если вы захотите что-то показать, вы будете более подходить к этому профессионально. Спасибо большое. Спасибо. Байке, ты хороший парень. Спасибо. Но, понимаешь, надо готовить программу. Просто типа я приеду, там головой забью гвоздь. Да, это круто. Но это, понимаешь, это шоу талантов, это Central Ages. Зарылбек, вы молодец. Пришли и показали такой номер. Это, конечно, было очень опасно. Преобразуйте этот номер, возьмите ассистента, в целом зрелищный номер. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Ages Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.